Вопросы формирования управленческого резерва, развития кадрового потенциала республики глава Чувашии Олег Николаев обсудил сегодня на встрече с деканом факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХИКС Ильей Шабураковым. Олег Алексеевич поблагодарил эксперта президентской академии за консультационное сопровождение на Петербургском международном экономическом форуме и выразил надежду, что Илья Шабураков примет участие в работе Совета экспертов, который призван формировать и готовить резерв управленческих кадров Чувашской республики. В регионе второй год подряд проводятся конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», призванные, с одной стороны, пополнять ряды управленцев, с другой – помогать молодежи в продвижении по карьерной лестнице. Стараться максимально полезными нашему региону и постараемся помочь и привлечь, и оценить, и отобрать тех руководителей, в первую очередь, которые могут быть полезны республике, потому что очень важно их потенциал высвечивать и очень важно находить среди них амбициозных людей, которые готовы работать на благо общества. Республике будет полезен опыт гостя как члена экспертного совета Всероссийского конкурса управленцев и лидеры России.